Итак, Шабдуль, сейчас будем обозревать графику в приставочных играх. Это чисто приставочная игра, а сука, врач, блядь, да? Врач, да. В общем, это на Xbox версия. Вот. Смотрим графику. То есть, тут в этой игре графика даже лучше, чем в средних компьютерных, то что текстуры тут вообще гигантского размера некоторые. А среднестатические тоже больше. На самом деле, если игра на компе портируют, то там точно такие же файлы остаются, не только текстуры размером, но и прям файлы даже одни и те же размером. Вот. На самом деле там еще в игре реально еще лучше, чем тут. Я не знаю, почему тут что-то так уебышно выглядит. Как будто бампа нет, но не важно. Но главное вот, то есть 23 тысячи полигонов, да? То есть, блядь, когда как в Mass Effect ебаном там, блядь, по 3000 полигонов, там, по 6 еще существуют, да, эти, блядь, модели, блядь, сука, блядь. О, видите, как можно. Модели существуют с заниженным разрешением, когда они вдалеке, да, или на слабых настройках, а в этой игре нету такого. Тут все на максималках сразу идет. Вот. Тут анимация, все вообще обдуленно, пиздец. Блять, вот все. Вообще, сука, закачаешь, видите, скелетная основа под каждый палец сделана, да? Подъебало тут, блять, под все, блять. То есть вообще пиздец, все тут. Блять, такой графон в игре, да? Это вообще пиздец. Блять, и так объебывают, сука, эти сраные порты, прям те же файлы впихивают, да? Вот если игра выйдет на компе, там такие же будут совершенно файлы. Потому что это я на Unreal Engine, то есть, блядь, Unreal Tournament, проверял даже версии PlayStation 3, там тоже такие текстуры такого же размера, как и на компе. То есть вообще пиздец, тут ебало все тут, блядь. Вообще, блядь, графон охуенный, блядь. То есть вообще все тут, вообще там такая игра охуенная, да? Сука, не знаю, выйдет на компе, может вообще не выйдет. Это еще пиздец. Средний размер текстуры 2048, да? Блять, даже 1024 редко включается. В основном, а есть и тут, сейчас покажу, и по 5000 текстуры. Вот скин занимает вот 2048. Один вшивый. Блять. И все четко сделано, вообще пиздец такой все. Сука. Вот размер карты, да? Там, когда Землю там видно, да, из космоса, она размером 4,96 пикселей. 4096, то есть это больше, блядь, чем разрешение приставки, там, блядь, в 20 раз, нахуй. Больше, чем 720p. То есть, и, блядь, в реале, и даже заниженной нету текстуринки версии. Все идет сразу на больших. Видите, сука, пиздец, на компе такого не делал, даже в Крайзисе первом, да, и то текстура меньше размером, блядь, и в Крайзисе в Архейде. То есть даже текстура глаза 512 пикселей. Ну, смотрите, какой ебало, это вообще пиздец. Сука, какие охуенные текстуры. Есть вообще пиздец, смотрите, какие ебало охуенные. Просто пиздец, вообще, блин, как будто кожу сняли живьем. Вот отдельно текстура волос, видите, причем трехмерная, да, они прозрачными спрайтами сделаны. Ну, даже какие эти, сука, всякие реми, блядь, хуёвины. Да, вообще пиздец. Блядь, все переливаются, одни текстуры только сами по себе, блядь. Сука, блядь, со встроенными бампами, блядь, элементами, нахуй. Вот, еще смотрим, вот ебало, знаете, как охуенно все, да? Пиздец, блядь, и без каких-то уменьшенных версий, без ничего. Блядь. Так, вот. Вообще пиздец, тут все нахуй, а. Бля, тут графон, сука, а. Тут, блядь, сколько полигонов-то, да хуя. Сука, тоже по 30 тысяч полигонов, нахуй, ебали. Блядь, это не сраный Mass Effect, блядь. Сейчас, сука, блядь. Почти как Бэтмен Архам, этот самый, нахуй. Такой же, собственно, графон даже еще лучше местами. Пиздец, а. Блять, вообще, сука. Так, Иншабдуль, так. Все, видите, сука, как продвинуто, блять.
сука, вообще, блядь, так, сука, блядь, видали, все, нахуй, вообще охуенно, блядь, там. Сука, блядь, видали, сука, все, блядь, пиздится, нахуй, блядь, взяли, сука, а? Блядь, а? Вообще, вот это, сука, да, графон, нахуй, а? Сука, блядь. Блядь. Туда, вот 20 тысяч полигонов ебали, сука. О, блядь, это ебало, смотрите, вообще пиздец, а, сука. Вообще, нахуй, да? Вообще, бля, все вообще в полигонах, вообще пиздец. И все, видите, тоже тут, нахуй, да, и для плаща скелетная основана, сделана. Для всего, блядь, для, блядь, даже одежды, которая свешивает, тут тоже отдельная скелетная основа. Тут, блядь, для каждого пальца, видите, нахуй? Вообще пиздец. Вот, даже одна корона отдельно, смотрите, сколько. Ну, блядь, 1600 полигонов, блядь, и выглядит причем нормально. Вот, стандартная текстура 2048. Причем меньше, их нет уменьшенных версий, да, как, сука, блядь, в других играх. Тоже, блядь, может, потому что чисто по приставочный эксклюзив, поэтому тут и нету. Да вот я ебало, как я сейчас, сука. Во, космические корабли, блядь. Блядь, видали? 25 тысяч полигонов в одной этой, сука, летающей хуйне. А их там тысячи на экране одновременно. Вообще пиздец, а? Тут еще, сука, головешка нахуй. 7 тысяч полигонов. Вот еще. Тут дохуя их. Вот еще, видите, текстура, да? Земли 4,96 на 4,96 пикселей. Видите? Вообще пиздец, а? Сука, на компе таких текстур нету. Вот еще одна 4,096. Пиздец, а? Даже в Battlefield я уверен, что 3, да, меньше размера текстур неба того же. Вот ебало обычного врага, нахуй. Тут все вот анимация, нахуй, вообще пиздец. То есть 10 тысяч полигонов на самого мелкого вражину, которого там и не видно на экране, он совсем мелкий, сука, эти глаза, сука, какие детализированные. Бля, даже зубы есть, видите, пририсованы, хотя их не видно. Вы видите, сука, тоже, блядь, вообще пиздец, как живые, нахуй, а? Сука, блядь, лишь, вообще, сука. Блядь, а? Вообще, сука, тут, блядь, вообще пиздец, а? Блядь, так, еще что тут, вот еще, блядь, один. Видите, сука, какая-то хуйня, сука, мебельная. Блядь, 2000 полигонов почти. Вот еще и ебало врага обычного, да? Сука. Видите, тут тоже, блядь, все вообще нахуй. Тут тоже 10 тысяч полигонов. Видимо, лимит на врагов 10 тысяч. На персонажей главных, блядь, 30 тысяч. Тут дохуя нахуй. Сука. Блядь. Вообще, сука, вообще пиздец тут обдуленно, нахуй, блядь. Вот с кольцом то же самое, вообще пиздец. Вот еще ебало какого-то сектанта. Эти, сука, реально, сука, вот из бронзы, нахуй, сделан. Так, 13 тысяч полигонов, 14 почти. Люди, сука, да, все бегает, нахуй. Еще пиздец. Тоже скелетная основа у врага, видите, тоже ебало все кучей, нахуй, прорисовано тут все. Вообще пиздец. О, даже один автомат отдельно сделан, 2300 полигонов. Блять, и он тоже, видите, отдельно с анимацией. Так, а вот так, вот ебало этих бомжей, сука. Маслята нахуй, сука. Блять, вообще пиздец, вот по 5000 полигонов у них, сука. Ну они так, их вообще, блядь, почти не видно, там они бегают на фоне, сука, там их. Так вот, мамонт, вообще 20 тысяч полигонов, сука, и дали в мамонте, нахуй, адово он. Сейчас, сука, вообще жуть какая, блядь. Пиздец, а. Вот тоже все скелеты тут, нахуй. На все части тела, на хобот только странно, что нет. Он какой-то фиксированный, блядь. Или нет, это он как бы типа двигается отдельно. Что, не пойму, блядь. Так, вот, по-моему, он не в анимации не двигается.
Этот хобот, видите, он постоянно прямой нахуй. Так. Аншабдуль. Вообще пиздец. Сука. Так, вот еще враги тут летающие, 6000 полигонов. Вообще, видите, сука. Да. Да, и вот что, по нему понравилось, склейки нигде не видно, да? Не видно склейки нихуя. Обычно везде видно, как в ебаном Mass Effect или любой другой игре, а тут не видно. А, нет, вот тут видно, но изнутри только. Смотрите, снаружи не видно совсем склейку, а внутри видно. Но это текстура, и то видно текстура склейки. А так вообще нихуя не видно, как четко все сделано, вообще пиздец. Вот 20 тысяч полигонов нахуй. О, сука, вообще пиздец. Блядь. Сука, вот корабли космические или что это? Так, вот еще эти корабли по 30 тысяч полигонов. Вот, а вот эти, те, которые на фоне, да, они не из спрайтов сделаны. Тоже прям реальные. Но низкополигональные. Вот, во всем этом 3000 полигонов на фоне. Видимо, они еще дублируются, да, их вообще много там получается. Вот еще. Так, блядь. 7000 полигонов. Эскадрилья. Так, вот еще ебало обычного врага. 6000 полигонов. Так. Ну, в общем, что и требовалось доказать, что на приставках графика ничем не хуже, а то и лучше, чем на компьютере, блядь. А если игру портируют на комп, то графику никогда не улучшают. Ни одному файла не переделывают, нихуя. Вот все эти файлы, да, игровые, они занимают 4 гигабайта. Если эта игра выйдет на компьютере, то тут тоже, собственно, точно такого же размера будет, размер файлов. Там единственное, что они меняют, название папки с этими файлами, блядь. На компьютере они обычно называют Cooked PC, а на Xbox они эту папку называют... Cookit Xenon, да, или Cookit X. Так, а вот это, видимо, пререндерное отражение. Или что? В общем, так тут город сделан. Блять. Видите, да, это пререндерное отражение, да? Очень четко. Как во всех играх, собственно, делается. В общем, тут еще нихуя не видно, там в игре гораздо лучше графика, чем я тут показать могу. Потому что там вот когда текстуры ебал показывают, да. Там они все текстурированы, вообще охуенно, как из глины все сделаны. Вот видите, город, да, с одной стороны четко сделан, да, чтобы ресурс не расходовать, а с другой нихуя нету. И во всем городе 3000 полигонов, потому что он на фоне, там все равно в игре не разглядеть. Вот. Типа город такой. Так, вот разрушение так тут выглядит, сука. Давно хотел изнутри рассмотреть, я так и не понял, сука, это роботы? Или нихуя не роботы, да? Хули у них провода там торчат? Или у него руки такие железные? А потом оказалось, что они все там, блядь, пизданутые, внутри железные. Вот 20 тысяч полигонов. Вот, меч 800 полигонов. Ничего лишнего не расходовано. О, вот этот босс, который потом размером с планету, больше планеты становится, вообще пиздец. Босс 20 тысяч полигонов, нахуй. Так, вот, блядь, анимация. Это, видимо, когда он еще маленький. Потому что там, когда он большой, у него анимация, он пальцем давит только. А тут вот пиздец еще, блядь. Так, вот еще ебал он тут с текстурами, какие-то проблемы. Тоже. Сука, реально тут как Спайдермен, ну, нахуй. Он в такую хуйню превращается, тоже хотелось разглядеть поближе. Там, когда злой, нахуй, вообще пиздец. Сука. Вообще охуеть, да. В общем, в игре там намного круче это выглядит, чем тут, да. Так, вот, видно разрезанный живот, да, и провода, пиздец. Сделано, да. Можно рассмотреть внутренности, все же еще не нахуй сделано, хоть частично, да. Вот, и они так в игре охуенно-то выглядят, там тут не показать вообще. О, видите, пополам разрезался, видите, сука. Кишки роботизированные, сука. Так. Вообще, блядь, пиздец, да? Блядь, вообще, сука. Блядь. Так,
Вообще у них рожа, все как из глины, вот эта кожа здесь, сука, и такие постэффекты там охуенные, еще дополнительный бамп или что, тут даже не показать такого. То есть там намного круче в игре, блядь, как будто тут эффект какой-то отключен, блядь. Так, когда я просматриваю, так. Сейчас, сука, блядь, реально там микрочипы, сука, вообще пиздец. Нанотехнологии, нахуй. Блядь, вообще, сука, да. Блядь, сука, блядь, вот это, сука, пиздец, да? Блядь, вообще, сука. О, вдали, а вот тут башка болтается, этим бошку за голову держит, он болтается, сука, так. Блядь, вообще пиздец. О, блядь, сука, он шабдуль, Так он шабдуль, да, блядь, сука, да? Блядь, вообще, сука, и болтается, сука, блядь. Блядь, вообще охуеть, а? Блядь, вообще пиздец, вообще... Блин, ну новая игра, блядь, отдельная, считайте, вообще дергается, бомж, нахуй. Сука, маслач, блядь, сука. Под электрошоком, ну нахуй. Так, вот отдельно пошли детали, тут вообще пиздец, да? Так, сука, по 300 полигонов. Вот труба какая детализированная, сука, 300 полигонов всего. Так, вообще, сука, блядь, тут кровушка тут, блядь. Так, вот еще рыба, ну нахуй, знаете, охуенная какая-то, блядь, демоническая, блядь. Блядь, это 20 тысяч, нахуй, нахуй. Полигонов, вообще пиздец. Причем в игре, как, блядь, вроде босса нету, она просто летает себе и все. Все вообще пиздец. А, нет, есть где, есть где, вон, за тобой гонится, что ли, ты от нее убегаешь там. В общем, вообще пиздец, обдуленная игра, вообще графон, все нахуй, сука, пиздец, да? Сука, блядь, сука. То есть, блядь, и на копение одной игре, блядь, блядь, графика лучше не будет, чем тут. Блядь, сука, потому что там одни порты, если вы что, выходят, оно никогда лучше не делают, они специально вот хуже только делают, но не лучше. Сука, блядь, сука. Блядь, а как порты просто делают, просто заебашивают те же файлы и все. Сюда вот Battlefield 3, если там, нахуй, раскрыть эти файлы, там нихуя не лучше. Будет, сука, ни текстуры, ничего, блядь, блядь, объеб на доллары, сука. Блядь, страшность, сука, вообще пиздец. Ну все, блядь, это вот чисто, блядь, PC, то есть, блядь, приставочная игра, нахуй. Они на компе даже не анонсировали ее. Все еще пиздец там, в общем, блядь. Шабдоль там, это...